Знаешь, вот ты сейчас терпеть не можешь музыку, у тебя случается истерика, когда у тебя что-то не получается. Вот, наверное, сейчас ты не жалеешь о том, что вот ты занималась тем или чем-нибудь еще в детстве. Ну да, я желаю, чтобы она оставалась такой же красивой, смешной, чтобы у нее всегда, ну как бы она хорошо закончила школу, любви и счастья. Вот. Никогда не сможет нормально выговаривать букву «Р». Я хочу стать дизайнером одежды. Вот, или какой-нибудь свой модный журнал открыть. Или что-то связано с модой. Вот. Этого я хочу добиться, чтобы... Потому что мне это нравится. И не забывать детство. Я надеюсь, я еще со своими друзьями где-нибудь пересекусь, потому что мне они очень нравятся. Я знаю, что обычно университет самый больше всего запоминается. Но я хочу, чтобы мне школа всегда осталась в памяти. Она очень, ну, добрая, разная. Ну, Аня очень добрая, отзывчивая. И, ну, с ней приятно поболтать. Она всегда отзывчивая очень. Всегда мне помогает. Я сейчас мечтаю о том, чтобы детство никогда не прекращалось, вот, чтобы оно длилось вечно. Ну, конечно, это невозможно. Вот. И, наверное, через 20 лет мы посмотрим это видео, и мы увидим, какие мы были тогда маленькие. Ведь нам всего было 13-12 лет, и нам будет очень смешно как бы смотреть на это.